Ничего, мы еще поживем. Мам, Марьяна? Что? Что случилось? Что? Доктор, доктор, доктор. Ой, грех я совершила, Андрюша. Ну, то есть это как это, эти противозаконные действия, вот. Андрюха! Я попал в аварию! Погоди! Тут кроме меня еще два мужика! И женщина! Не знаю! Похоже, все погибли! Ты прости, что я ничего не объяснила, просто я... Есть кое-что, о чем я пока не могу говорить. Я бы с удовольствием все это забыла, но пока не получается. Ну, я и не спрашиваю. У тебя бывает такое, что ты ложишься спать, а утром хочешь проснуться новым человеком? Никаких страхов, никакой прошлой жизни. У меня такое было. Но со временем я понял, что без нашего прошлого мы никто. Все то, кем мы являемся, это наш опыт. Страшный, болезненный, но он для чего-то нужен. Для чего? Чтобы по ночам просыпаться от кошмаров, которые не дают спокойно жить. Может быть, для того, чтобы победить страх? Стать сильнее, стать лучше себя прежнего. Если бы я не прошел через ад, я бы не стоял сейчас здесь с тобой, не смотрел бы тебе в глаза. И не имел бы даже возможности прикоснуться к тебе. Не бойся. Ты не одна. Ну, по крайней мере, у тебя есть я. Андрей? Подробностей не знаю, но пострадавшие точно есть.
сегодня видела Вересова в деревне. Уверена, что это он? Он. Как думаешь, зачем он здесь? Я не знаю. Меня до сих пор трясет. Два мужика! Там женщина! Я не понял, кто живой, кто нет. Сам трогать не стал. Молодец, все правильно. Как сам-то? Да башка кружится, ребра болят. Но это фигня. Все живы? Да бог знает. Сейчас все узнаем. Мы туда, вы к женщине. Лечу! Жив, и слава богу. Серега, посмотри! Серьезных травм нет. Помоги достать. Первую помощь умеешь оказывать? Да. Давай, действуй, я туда. Не надо, я сам, уйди. Точно? Саша, так сам. Че, готов? Ищем 2 миллиметра и все. Так, давай, помоги достать. Голову. Аккуратно голову. Держу, держу, держу. 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 Вот так и голову. Ё-моё. Женщина, похоже, не дышит. Пульса нет. Сейчас! И... Держи. Крепко держи. Да сам знаю! Отошли все! Зачем все это? Не лезь! Молодец! Молодец, девочка моя! Вот так вот. Вот это да! Вот так вот. Офигеть! Снуться! Александр Иванович. Тихо, 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 тихо. Без резких движений. Сейчас доктор придет, поможет. Хрен он там возится, это доктор твой. Ты знаешь, кто перед тобой? Это серьезный человек, замгубернатора. Давай быстро зови врача своего. Сейчас. Женщине поможет и придет. Какой женщине? Женщина подождет, давай. Серега! Как у тебя дела здесь? Пострадавший в себя пришел? Вену держи. Хорошо. Игорь. А? Сейчас. Сейчас, сейчас. Все, все, все. Быстрее, сейчас, давай. Доктор уже идет. Сейчас. Отошли в сторону. Будем зашивать. Прям здесь, что ли? Есть какие-то другие варианты. Скорая по такой погоде быстро не приедет. Это не опасно? А? Не опасно. Опасно будет, если не зашьем. А? Ага. Ага. Эй! Увозить отсюда Надю надо. Срочно. Да куда ты ее увезешь? Это ж тебе не котенок.
Школа? А жить где? Я не знаю. Что-нибудь придумаю. Ну что ты придумаешь? У нас денег нет, чтобы выехать. Мне еще надо с этой баней как-то разобраться, будь она неладна. Ведь посадить могут. Что тогда? Посадить не должны. Я поговорила с Андреем. Он обещал помочь. Ой, сомневаюсь я, что он что-то сделает. Ну, а вдруг? Даже если и так, на какие шиши мы поедем? Дом продадим. Кому он нужен, старая развалина? Ну как, самочувствие? Говорить трудно. В чем дело? Что с ним такое? Я, конечно, все понимаю, но, по-моему, товарищ замгубернатора на грудь принял. Не слабо так, а? Ну, не настолько же, он же до этого нормально говорил. Ты что ему зашил, доктор? Руки можете поднять? Руки поднимите! Руку, Алексей Иванович, руку. Вторую. Вторую! Алексей Иванович, вторую поднимите. Да, напрыгались. Что с ним такое? У него что, рука отняла, что ли, после твоей операции, а? Вы мне мешаете! Чего? Дефект межпредсердной перегородки. Вы сердце проверяли? Сердце проверяли? Андрюх, мне нужна помощь. Что сделать-то? Что? Станину. Станину закатай. Станину. Варикоз. Серёга, чего случилось-то? Тромб. Если бы не порог сердца, ушел бы в легочную артерию, а так прилетел прямо в голову. Ну, то есть это не связано с тем, что ты его зашил? Нет, конечно. И что делать? Делать что? Будем колоть гепарин. Ну, делать-то что-то надо. Или что, мы так и будем сложа руки сидеть? Если только работу хорошую найти в райцентре, чтобы квартиру можно было снять или там комнату. Ладно, решу проблему. Проскочим. Мы поехали. Спасибо вам. Вась, ты уверен, что тебе в больницу не надо? Ничего, до свадьбы заживет. Отцом я трактор больше не брошь. Помощь нужна? Да не, справлюсь. Давай, загружай. Аккуратнее, аккуратнее. Сейчас, Алексей Иванович. Давай, 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 давай. Аукнется нам эта авария еще. Аукнется. В каком смысле? Если с замгубернатора что-то случится, они нам голову оторвут. И тебе в первую очередь. Ты это понимаешь? Я не мог оставить человека умирать. Я поступил так, как считаю нужным. Ты им это докажи сначала. Что, не знаешь, как у них это все делается? Да. Что с ним? Мы едем. Горынычу плохо ему, и быстрее. Давление более-менее. Ну что с ним такое, Сережа, а?
Пока не знаю. Температура сколько дней была? Дня два, не больше. Высокая? Дай пустяки. Почти до 40 поднималась ночью. Это тебе пустяки? Что-то еще? Знобило его и трясло, как машинку стиральную. Да что ты несешь-то? Не парься, Серега. Переутомился просто. Нервы. Собаку хоронили, распереживался. Он с Петровым накатили малеха. Вот организм и сдал. Так сдал, что я чуть со страху не помер. Осел, глаза закатил, трясся весь. А я ж не скорая помощь. Я ж не знаю, как в таких случаях быть, Сережа. Тебе ужастики писать, Петров. Да не. Ладно. Отдыхай. Завтра посмотрим, как будет. Поехали. Мам, ты как? Все хорошо, сынок. Просто обычно в это время ты уже на кухне шуршишь. Может, погода. Может, старость просто. Так-то все ничего. Просто нет сил сегодня что-то. Не сейчас. Я пойду, тебя ж накормить надо. Сиди. Сиди. Я сам. А что бы ты хотел на завтрак? Побудь со мной. Смотрю я на тебя и думаю. Главное, ты вернулся к своему занятию. Лечишь людей. Приносишь пользу. Жизни спасаешь. И где-то там. А здесь. На своей родной земле. Это лучше, о чем я могла мечтать. Каждый день я молюсь за тебя. Утром и вечером. Пачка, вставай, наконец!
День на дворе, а ты дрыхнешь. Мам! Опять гулял всю ночь где-то. Мне надо воды натаскать, дров наколоть. Тебя не дождешься. Сейчас. Да вставайте, наконец. Мам, вы что, совсем что ли? Мне же не 5 лет. Да, толку-то? 4-й десяток. А ума, как у малого ребенка. Люди в твоем возрасте, семейные, с детьми. Да. Это что ж такое-то? Че? Да на тебе живого места нет. Подрался? Нет. Когда ж ты угомонишься-то, а? Ну, сил моих нет. Мам, ну успокойся. Я вон жениться собрался. Дети пойдут, внуков понячешь. Жениться? Ага. Шутишь? Ну, а кто за тебя пойдет? Ксения. Подожди, крутоская жена? Ага. Да ты в своем уме. Замужнюю женщину от родного мужа отрывать. А дитё? Решим. Да ты... Здорово, Валентина. Как поживаешь? Да ничего не жалуюсь, сама-то как. Вот письма тебе принесла. Отправляй. Минздрав? Прокуратура? Че уставилась? Отправляй, сказала. Че ты, Евдокия, с официальными органами эту переписку решила устроить, а? Не твое дело. Тебя забыла спросить. Нифига себе. Это что, у нас теперь компы будут? Привет, Шур. Ой, да, простите, здрасте. Можно посмотреть? Да, конечно, это для вас и привезли, я только не знаю, как подключить. Как раз хотела к тебе за помощью обращаться. Это и мигом. В таких вопросах я спец. Отлично. Круть. Добрый день. Как мама? Говори, скоро должны выписать. Вот и славно. Мне бы хлеба черного, свежего. Угу. Понял. Но есть только вчерашний. Василий пока не приезжал. А курица есть? Курица? Есть, но замороженная. Она, если честно, не очень. Лучше сходите к бабе Кате. Вот у нее отличные куры. Спасибо за совет. Петр Петрович, я отработаю, клянусь вам, все до копеечки отдам. Это случай со мной просто такой. Позарез, деньги нужны срочно. А с чего отдавать ты будешь? Ты же безработный. Так я устроюсь. Руки у меня золотые, такие всегда нужны. Руки-то, может, те и золотые были когда-то. А теперь вон трясутся. Если честно, Николай, ты же алкоголик. Кто ж тебя на работу-то возьмет? Завязал. Петр Петрович, ни капли в рот не беру. Посмотрел, как я раньше жил. Как семью не уважал и завязал. Ну, честно. Во! Еще вчера бегала. Вот. Может быть, ты мне еще яичек
с десяток возьмешь, а, Сереженька? Ну, ой, у меня так хорошо несутся. Хочу прям пору идти продавать. Но не по силам мне это занять, это уже, а? Возьму. Ой, ты славненько. А ты хорошо, вот. А ты хорошо, ты. Я смотрю, шов не беспокоит, да? А никогда мне беспокоиться. Конечно, по Джованке тоскую. Хорошая собака была. Не смог ее Горыныч спасти. Так она все продукты со стола стянула, да их сожрала. Вот и откинулась. Горыныч говорит, желудок-то у нее не выдержал. Ой, да ты знаешь, прямо пена изо рта шла. Ой, ой. Пена шла? Так. Ну да. Ой, и капельницы ей ставили. И уколы ей делали. Ничего не помогло. Нет, не помогло. Ой, так я прям... Я Горыныча не виню. Не виню, он и сам пострадал. Она же его напоследок и прикусила. Только животные-то, они ведь не люди, они ведь не понимают. И не знают, как им объяснишь-то, а? А Джованни прививку от бешенства делали? Ой, это... Да какое у нас в деревне-то бешенство, а? Ну зачем животных-то мучить-то зря этими прививками? Ну, конечно, крупный скот Горыныч прививает. А уж кошек, собак уж как сами хозяева решат. Только, ты знаешь, у нас этой ерундой почти никто в деревне не мучается. О! Антипрививочники. Ах, ты мой золотой. Привет. Ксюш. Вот это сюрприз. Ты проходи. Проходи, садись. Чай хочешь? Нет. Садись, садись. Садись. Так хорошо, что ты пришла. Вась, я по делу. А? Мне деньги нужны. В долг. Срочно. Я отдам, мы как только дом продадим, я сразу отдам. А что случилось? Почему вы дом продаете? Не спрашивай меня. Просто не спрашивай, помоги и все. Ты же знаешь, я бы просто так к тебе не пришла. Опять секреты. В прошлый раз ничего не сказала. Помнишь, чем кончилось? Чуть на тот свет не отправилась. Это совершенно другое. Что? Если вы дом продаете, значит, уехать собираетесь. Так? А как же наша любовь? А как же я? Наигралась и бросила. Неплохо без тебя.
Мне очень плохо без тебя. Но не мучай ты меня, я не могу по-другому. Я не могу иначе, я говорила тебе, ну что ж мне теперь удавиться, что ли? Ксюш! Стой! Достану эти денег. Расшибусь, не достану. Все сполошились-то, ну. Нагноение у тебя и узлы увеличены. Серега, перестань, пройдет, ну. Ты давай это, не выпендривайся. Слушай, что доктор говорит. О, еще один. Куласки подпевала. Антибиотики пьешь? Ну, то, конечно. Я же хоть и по зоологической части, но тоже врач как-никак. Воспаление все равно продолжается. Серега. По-хорошему, тебе, конечно, нужно в больницу. Может, препарат заменят. Вот еще. Это уже остаточные явления. Ну, я как огурчик уже. Даже не болит. Скажи ты ему. Короче, эта прога старая, ее надо обновить. Ты сможешь? Ну и вопрос. Я ж будущий айтишник. О, компьютеры. Привет, Надь. А что ты тут делаешь? А, да вот с программой разбираюсь. Круто. А можно я посмотрю? Конечно. Здрасте, Анна Михайловна. Привет, Марин. Ого, а что вы здесь делаете? В компьютере шаритесь? Круть. А откуда такой аппарат? Это Андрей Витальевич принес. Ты прогу обновляешь? Угу. А как ты вот это сделал? Да вот, двумя клавишами. Оп. А, круто. Не знала, что ты такой умный. Просто я много читаю про всякие технические штуки. Ребят, наверное, будем закругляться на сегодня. Вам пора проветриться. А я хотел еще игры закачать. Интеллектуальные. В следующий раз. Ну ок. Может... Прошвырнемся по деревне? Нет, у меня дела. Ты иди. Ну ладно, пока. Пока. Надюх, чего нас повесило? Ничего. Может, хочешь, сходим к речке, прогуляемся? Если хочешь, можешь остаться, мы что-нибудь придумаем. Нет, я лучше Шурка пойду. До свидания. Алло, Игорь, добрый день, это Василий. Кто? Я понял. Ну, вы как себя чувствуете? Нормально. Это хорошо.
Да, чудом обошлось. Послушайте, у меня к вам дело. Мне нужны деньги в долг. Ну, вернее, в счет нашей будущей сделки. Я все укомплектую и технику подгоню. Это уже практически вопрос решенный. Ну, хорошо, Василий Буякин. Дай мне тебе денег, но под залог. Давай мы это с тобой обсудим при встрече. Меня сегодня выписывают. Ты с Катамахиным там не затягивай. Надо вопрос решать оперативно. Пойди еще в реанимации. Вообще непонятно, чем все это закончится. Могут уволить, а может, не выживет. Поэтому мне нужно вырвать у него подпись любой ценой, пока он не... В общем, ты меня понял. Все, будь на связи. Простите, что я так без предупреждения. Нет, что, тебя всегда здесь рады? Просто мне не по себе, не знаю, куда себя деть. А пойдем я тебя супчиком куриным угощу. Я сам варил. Знаешь, какой у меня суп? Всю хворь снимает, даже душевно. Ты со мной как с маленькой. Это плохо? Нет, просто непривычно. Держи. А здесь когда-то шалаш был. Откуда ты знаешь? Я тут разный хлам находил, в том числе большой такой ржавый гвоздь. Им обычно брезент прибивают. А кто тут жил? Не знаю. Может, цыгане. Может, какие-нибудь путешественники. Или призрак рыбак с русалкой. Или так. А давай тут построим свой шалаш. В память о тех людях, которые тут жили. Ну, тебе и фантазия. Давай. Я ему кричу: Сережа, Сережа, ты куда ж ты без штанов? Он маленький такой, шустрый. Ой, про штаны так и не вспомнил. Не до того было. Мам. Ну, ты сейчас все подноготное расскажешь. Ничего, мне очень интересно. Ой, господи, боже мой. День добрый. Смотрю, пир у вас. По какому поводу? Ой, да нам повода не нужно для веселья. Андрей, чай будешь? Не, спасибо, Мария Степановна, я так. На минутку зашел. Сказать, что женщина, которая в аварии пострадала, так ее в обычную палату перевели. Так что там более-менее. Вересову вообще должны сегодня выписать. Там с Радищевым ситуация нехорошая. В реанимации он. И прогнозы неутешительные. Андрей, подожди. Ты о чем говоришь-то? Какая авария-то? Что случилось? А что, Сергей не сказал? Сегодня ночью авария была. Так ваш сын прям герой. Четверых спас, в том числе Ваську Буякина. Вася молодец, его и спасать не надо было. Да почему мне-то ничего не сказал? Там рассказывать нечего. Ну, может быть, тебе в новостях покажут? Может, и показали бы, но, слава богу, журналистов не было. Да. Такая вот ситуация. Можно сказать, с выдающимся человеком рядом живем. Ань, я тебе звонил несколько раз, а ты трубку не берешь. Не слышала, наверное. У меня ребята были. Я пойду, спасибо за гостеприимство.
Спасибо. Аня, а что это ты вдруг-то? Посидела бы еще. Не-не, мне пора. Андрей, а ты? Спасибо, Марья Степановна. Я тоже побегу. Волка ноги кормят. Ань, послушай, не нужен тебе этот доктор. Не нужен. Откуда тебе знаешь, что мне нужно? Я людей чувствую, работа такая. Одиночка он. Поматросит и бросит. Он же здесь только ради матери, а случай, что с Марией. Умчится, только его и видели. Я сама разберусь, Андрей. Ань, да послушай ты меня, мне со стороны виднее. Не любит он тебя, он никого не любит. А я для тебя все, все, что хочешь. Хоть звезду с неба, хоть что-то, ну скажи да, ну... Пусти ты меня! Давай, сынок, откроем баночку клубничного варенья. Очень я его люблю. Чай не допила. Зачем ребенок? Ну, во-первых, не ребенок, а мужик. Парень же должен знать, как ружье устроено. Тихо, тихо. Я все контролирую. Mm-hmm.
закрутилась, завертелась институт, новая жизнь. Все думал, будет свободное время, поеду к матери. Как-то все так и откладывал. Да, я для себя как-то давно решила, что все нужно делать сразу. Долго гуляете, Анна Михайловна? А я тут все жду, жду. Вас я где-то видел. А, вспомнил. Вы что, доктор, который был при аварии и чуть не отправил на тот свет замгубернатора Радищева? Ваш Радищев давно был бы там, если б не... Ладно, ладно. Вы это будете судмедэкспертам доказывать. Аня, разговор есть. Я с тобой не о чем разговаривать. Что ж так резко, золото мое? А если я обрисую суть разговора, может, найдется, что сказать, а? Игорь, оставь меня в покое. Я не хочу с тобой ничего обсуждать. Придется, дорогая моя. А провожатому своему скажи, чтоб домой тупал. Не понял. Оставь ее. Не лезь куда не надо, доктор. Тебя это не касается. Я сказал, оставь ее. И что больше я тебя здесь не видел. Ты за это ответишь, доктор. Ох, как пожалеешь. Где ее носит, а? Придет. Не поздно еще. Аня сказала, она с Шуркой ушла. Может, к Валентине сгонять, чтобы Шурке позвонила? Ты ее до института караулить будешь? До института, да. Она ребенок. Мой ребенок. Себя вспомни в ее годы. Ну, другие совершенно были. Время другое было. Ай, время всегда одинаковое. Надя! У тебя голова есть на плечах? Мы договорились, что ты домой засветло приходишь. А что такое? Меня Шурка проводил. Сопляк еще твой Шурка! Что ты? Я? Я-то чего? Позволяешь ей много. Ничего не бойся. Я с тобой. Ты не думаешь, что я какая-нибудь трусиха. Я очень даже сильная, просто иногда... Я знаю. Знаю. Иногда и сильному человеку нужно дать слабину. Если бы тебя сегодня не было рядом, я не представляю. Я здесь. Я боюсь возвращаться домой, мне страшно.
Сереж. Я должна тебе кое-что рассказать. Если что, это не обязательно. Нет, я хочу, чтобы ты это знал. Для меня это важно. У нас с Вересовым был роман давно, 12 лет назад. Он был женат, и я об этом знала. Потом случилось так, что я от него забеременела. Я пошла на обследование к врачу. Оказалось, что... В общем, как громом по голове, у вас рак, осталось жить максимум 2 года. Можешь себе представить мое состояние. Анна, в первую очередь мы должны о вас позаботиться. Поэтому лечение надо начинать немедленно. Это может навредить моему ребенку? К сожалению. И что это значит? Аборт? Ну, конечно, вам решать. Но мое мнение, лучше это сделать сейчас, чем родить больного ребенка. Ну, вы же понимаете, химия, тяжелые препараты. Скажите, я могу выносить, родить и потом начать лечение? Не уверен, скорее нет. Я все-таки попробую. Анна. Это мое решение. Ты отчаянная, ты безумный поступок. Может быть, это меня и спасло. Ярисов отказался помогать. О ребенке он и слышать не хотел, я была уничтожена. Если бы не малыш, которого я носила тогда, мне кажется, я бы покончила с собой. Подожди. Ребенок все-таки родился? Я обо всем рассказала Ксении. Они же с Колей всегда хотели иметь детей, но у них не получалось. Ты хочешь сказать, что... Да, мы посоветовались и решили, что я поеду в город якобы на стажировку, а Ксения в деревне будет изображать беременность. Живот подкладывала? Ну да. Потом я рожу, они заберут малыша, и все будут думать, что это... Их с Колей ребенок. Ксения долго сопротивлялась, но в моей жизни случился еще один удар, и это ее подтолкнуло. Мама была самым близким для меня человеком. Я думала, оставлю ей внука. А тут... Сделаем, как предлагала Анна. Ты сейчас серьезно, Коль? Какие уж тут шутки. Так мы поступили. Я уехала в город, Ксения имитировала беременность. Потом Коля якобы повез ее рожать в райцентр. И уже оттуда они вернулись с Наденькой. А справки, документы? В провинции с этим легче. Но на этом история не закончилась. Вересов узнал, что у него родился ребенок и захотел ее вернуть. Отцовские чувства проснулись. Ты слишком хорошо о нем думаешь. У него же бизнес, все это нужно кому-то потом передать со временем. У них с женой
Детей не получилось завести, и она хотела взять ребенка из детдома, но он был категорически против. Вересов знает, что Надя его дочь? Нет. Он только знает, что я родила девочку. И он не пытался ее найти? Пытался. Всеми силами пытался выяснить, где она, но я ему ничего не сказала. И мне было не до этого. Послеродовая депрессия, химия. Я вообще ходила как призрак несколько лет. Ждала, что вот-вот умру. Врачи большие молодцы, что спасли тебе жизнь. Это Наденька. День я думала о ней и говорила себе: живи. Мне так хотелось увидеть ее первый шаг, услышать ее первое слово. Спасибо Ксении и Коле, что они разрешают мне с ней общаться, хотя для них это очень непросто. Яичница холодная, ты все сидишь. Скоро можно будет ею гвозди заколачивать. Остынет. Надь? А что такое? Ты в молчанку играешь с нами? Или бойкот решил объявить? Ты хоть намекни нам, что не так. А потом мы с мамой не знаем, как себя вести. Это долго продолжаться будет? Мы для тебя с отцом тут что, шапито бесплатное? Должны на задних лапках прыгать? Ксюнь. Что? Что, Ксюнь? Я уговаривать ее должна, что ли, или что? Надюш, давай как родные люди. Я же тебе всегда все рассказываю, делюсь своими проблемами. А себе держать это только душу травить. Ну, скажи, что не так? Надюш. Я слушал ваш разговор, я знаю все, ясно? Это что такое, Горыныч? Ты куда собрался? Пташку обещал свиней их привить. А то по радио сказали, свиной мор какой-то начался. Ты себя сначала вылечи, а потом о свиньях будешь беспокоиться. Галина, ты сейчас не права. В корне не права. Я кто? Я Homo sapiens. Человек разумный. А свинья, она зависима. Если человек ей не поможет, она сама себя не прибьет. Ты, Горыныч, хомо болтунус. Очень любишь поболтать, пофилософствовать, меня этим не возьмешь. Раздевайся и в постель. Так, быстро! Так, Галина, ты на меня не дави! Если я что решил, то я сделаю. И Осташков меня уже ждет. Вот, я уже здоров. Посмотри, я уже горы могу свернуть. Ну, вот. Я вот Иванову сейчас все расскажу. Будешь знать. Иванову? Так. Да.
Я думал, жена, она замужем все-таки. А ты решила чужому человеку на меня пожаловаться, да? Все-таки я тебе родной, а не он. Я к тебе, Андрюш. Ну, слушай. Ой. Грех я совершила, Андрюш. Ну, то есть это как это, эти противозаконные действия, вот. Так. Ну, я, знаешь, это не по злому умыслу, я из благих намерений хотела. Валь, давай уж ближе к делу, а то от твоих признаний инфаркт схватить можно. Вот, письма Евдокии. Я их вскрыла. Зачем? Заподозрила ее в плохом. А так и вышло оно. Донос настрочила на доктора нашего, на Сережку Иванова. И тебя там недобрым словом поминают. Меня? Ага. Почитай. Осуществляет незаконное действие. Участковый зацепа покрывает. Вот. Ну что, права была я, что скажешь-то, а? Или в тюрьму меня посадишь? Да что вы все о тюрьме-то мечтаете, а? Вон, каждый второй с повинной ко мне идет и в тюрьму просится. Ну, Евдокия, ну, змея. Знаешь, мы иногда с мамой ругаемся, хотя и любим друг друга. Просто у каждого своя правда, и один не всегда может понять другого. Я думаю, проблема в том, что мы мало говорим. Вот так. Сидя рядом, как родные люди. А иногда нужно делиться своей болью, чтобы другой понял тебя и поддержал. Тогда будет меньше ссор, обид. Понимаешь, о чем я? Эй, Надюш. Расскажи мне все. Я пойму, обещаю. Пап, я не хочу никуда уезжать. Мне здесь хорошо, у меня тут друзья. Там все чужое. Давай останемся здесь, пожалуйста, прошу тебя. Вот что. Ну, пап, почему нам надо уезжать? Там больше возможностей. Я смогу найти себе новую работу, мама тоже. Ты пойдешь в хорошую школу, кружки там всякие, развлечения, новые друзья. Ну, разве это не здорово, Надюх? Нет. Не нужны мне никакие новые друзья. Таких, как здесь, у меня уже никогда не будет. Папуль, ну, пожалуйста. Давай здесь останемся. Надо подумать. С мамой посоветоваться. Пойдем. Ты ведь не ела ничего? Не хочу, пап. Ты иди пока один. Мне надо здесь посидеть и подумать.
Ань. Думаешь, Вересов приехал, потому что узнал о Наде? Не знаю, Сереж. От него можно чего угодно ожидать. Выкрадет и увезет, концов не найдем. Я тебе обещаю, мы ее никому не отдадим. Что ты сможешь сделать? Ну, в обиду вас точно не дам. Хотя бы знаешь, сколько ей лет, чтобы духу твоего здесь больше никогда не было. Папа! Забыл чего? Тихо. Тихо, Александр Михайлович. Я же не просто так. Я по делу. Нет у меня с тобой никаких дел и быть не может. А вот это не факт. Предложение мне к вам. Заманчивое. Это ты что, по поводу земли, что ли? Мысли читайте. Даже не мечтай. Не обломится вам с Вересовым моя земля. Давай, Василий, иди отсюда, пока я тебя не пристрелил. Зачем так сразу, Александр Михайлович? А затем, что я твою паскудную породу знаю. И Вересова тоже знаю. И придет время, он и тебя будет, помяни мое слово. Давай, давай. Мамас, можно я тоже с тобой белье развешивать буду? Не сметь. Только не сметь, я сказал. Даже близко сюда, чтоб ты не подходил. Понял меня? Я иначе пристрелю. Ты меня знаешь, я сказал. Это мой сын. Деда! Деда! Покажи. Да убери ты руку! Марьяш! Принеси что-нибудь, блин, жгу, что угодно, давай. Сядь, я дурак-то старый, а? Дурак-то старый. Хороший друг, хороший друг. Сейчас. Сейчас. Иди, иди, иди. Подожди. Это с кутом перетянуть, понимаешь? Перетянуть надо. Значит, держи, на вот, держи. Могли. А я сейчас ус меня. Иванов, срочно, там зашивать надо. Он умрет от потери крови. Давай, бегом. Найдешь дорогу, давай. Васенька, давай терпи, терпи, голубчик. Быстрей. Так это дорваться с тобой не надо. Терпи. Еще чуть-чуть. Приветствую, молодая семья. Ну чего? Как жизнь? Как пацан? Выспаться дает? По-разному бывает. Да. Это непростое дело воспитать ребенка, вырастить. Ну ничего, вы еще молодые, силы есть. Ай, да и бабка с дедом на подхвате, да? О. Это я бы сейчас не справился, если бы Галка моя родила. Чего смеешься? А? Думаешь, старый, да? А? Ай. Я тоже в твое время думал, 40 лет, старик, не. А сейчас мне он 50-летний молодыми кажется. Возраст не главное.
Главное, что внутри. О, о. Правильно мыслишь, Тимофей, да? Ах ты, малыш, ты мой слёненький, прививочку сделали я тебе. Я не пугаю. Иванову вы покажите. Он вам скажет, когда какую прививку делать. И это направление даст в райцентр. Ой. Ты чё? О, что-то резко нехорошо стало. А ну-ка, пойдем к нам. Ой. Мама, Марьяна? Что? Что случилось? Что? Доктор, доктор, доктор. Кто? Доктор. Что? Подожди, успокойся, успокойся. Тебе доктор нужен? Сережа? Он у Ани. Ты знаешь, где она живет? Ах ты. Принесла тебя нелегкая. Совсем жить надоело. Под пули лезешь. Кто вас стрелять-то просил? Я ж по-хорошему хотел. Вы палить начали, ну все! По-хорошему, терпи теперь его, давай, по-хорошему. Ну, понимаешь, кровь не останавливается. А это, Васенька, может плохо кончиться, понимаешь? Ничего, мы еще поживем. Так, мелкий, ну-ка иди в свою комнату. Развесил тут уши, терпи. Все, все, все. Терпи. Нехорошо это все, нехорошо. Видишь, если Марьяна Иванова не приведет, боюсь, помрешь ты здесь, Васик. Не дождетесь. Ой! Терпи. Марьяна, ты? Так, успокойся, что случилось? Вася! Василий, что с ним? Она... нога... умрет! Где он? Лес! Надо в фельдшерский пункт за инструментами. Васька, а ну-ка, очнись. Не теряй сознание, Вась, нельзя терять сознание. Очнись, слышишь? На тебя пацан смотрит, какой ты пример подаешь. Ну, Вася, очнись, говорю тебе. Нельзя терять сознание, слышишь меня? Ну, так что? Собрали деньги или как? А, рассрочку дашь нам? А я не банк. Мне сейчас деньги нужны, вся сумма. Или вы что хотите? Чтобы баня без крыши осталась и без стен? Нет, нет, конечно. Вот. Тут у меня есть две цепочки, сережки, колечко. Возьмешь? Тут даже на стены не хватит. Когда остальное? Скоро. Надо просто немножко подождать. Да сколько ж можно душу-то из нас вынимать? Ну, сказали. Нет сейчас денег. Ксюня тебе все свои украшения отдала. Что еще? Штаны с тебя снять? Твои штаны даром никому не нужны. А грубость твою запомню. Уходи. Чтобы ноги твоей здесь больше не было.
Коль, ну все, прекрати. Хватит, сядь. Сядь, все, успокойся. Ну что ты? Ты прости его. Просто нервничает. Деньги будут, я сразу принесу. А ты поторопись. Хорошо. Николай, а это я запомню. Все. С ума сошел. Все, надоело перед ней расстилать. Сколько можно? Нам нельзя сейчас с ней ругаться. А ты? Ты где собралась деньги-то брать, а? Ты же сказал, у вас Сташкова достанешь. Отказал он мне. И в долг не даст, и на работу не возьмет. Что, Анна? Она же обещала. Ну, что участковый все там уладит. Видимо, не уладит. Вот так вот. Потерпи. Сейчас ноги онемеют, потеряют чувствительность, тогда не так больно будет. Сереж, ты уверен? Все-таки анастомоз, шунтирование. Да и холодно у нас. Я ж тебе тут настоящую реанимацию не обеспечу. Я вас не узнаю. Не вы ли вселяли мне всегда уверенность? Что сейчас случилось? Согласен. Сдал позиции. Был неправ. Угу. Это правильный ответ. Угу. Значит, будешь вырезать вену из здоровой ноги? Иначе кровоток мне не восстановить. Короче, я на подхвате. Говори, что делать. Не чувствуешь? Анют! А? Куда спешишь? Подвезти? Слушай, не знаю, куда бежать. Там с Василием что-то случилось, внука Томахина. Откуда информация? Марьяна прибегала, Иванова рассказала, они в лес побежали. А тебе-то кто рассказал? Да я сама видела. Она прибежала, дыхание не могла перевести. А что, Марьяна Иванова у тебя искала? Потому что он был здесь. С утра? Андрей. Или с вечера оставался? Перестань. Ну, ты как, живой? Вроде да. Это хорошо. Однако, Василий, Сережа тебе жизнь спас. Ага. Которую вы мне чуть не отняли. Ну, это сам и нарвался. Плохо? Миленький мой, ну говорила же тебе, не ходи никуда! Господи, что мне делать с тобой? Господи! Можно мне остаться с Марьяной? Наедине? Мне очень нужно поговорить. Пожалуйста. Может, другого случая не будет?
Марьяша. Прости меня. Я не знал о сыне. Вообще не знал, что ты жива. Повел себя тогда, как последний дурак. Отца твоего испугался. Прости. Пожалуйста, позволь мне заботиться о ребенке. Я тебя прошу. Может, это хоть как-то искупит мою вину. Как его зовут? Никита. Никита. Какое прекрасное имя. Никита, иди в дом. Может, вы мне все-таки объясните, что происходит? Ты про что? Ну, что здесь делал Василий? Почему вы оставили его наедине с Марьяной? И кто этот мальчик? Слишком много вопросов. Просто не люблю чувствовать себя идиотом. Многие знания, многие печали, как говорится. Что случилось? Да, огнестрел. И кто в кого пальнул? А? Чего молчите? Ладно, разберемся. Не надо разбираться. Сам виноват, на ружье налетел. Показаний не дам. Никаких! Сыночек, родненький мой, да как же это, а? Господи, что ж ты себя так гробишь, да и меня с тобой? Помощь нужна? За что мне все это? Сам справлюсь. Держись, 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 держись,
я сам. Мам, дай нам поговорить. Хорошо, хорошо. Может, ты расскажешь, что происходит? Сын у меня растет. Я ведь тогда очень взрослым себя считал. Жениться хотел на Марьяне. Любил ее. Сильно любил. Повел себя, как пацан малолетний. Струсил. Отца ее испугался. Дом Катамахиных ты спалил? А? Нет. Нет. Там как-то само получилось. Вставай, тварь, а! Пусти! Ты чего? Ух ты, сволочь какая! Пусти! Чего? Я покажу, потом с оборотами. Ну, пошли вон! Ты врёшь! В общем, дом сгорел. Катамахин перебрался в лес. С тех пор я Марьяну больше не видел. Бинты не снимай. Я скоро приеду, сам перевязку сделаю. Компрессионный трикотаж закажу. Да. Сергей, Сереженька, худо моему. Весь горит, бедненький, бредит. Приходи. Температуру ему сбивай, я скоро буду. Может, прокатимся? Нет, Андрей. Значит, без шансов. Ясно, понятно. Так ведь у нас доктор говорит. Нравится он тебе, да? Ну скажи, что я не так делаю? Все так. В смысле, верно. Может, это ты запуталась тогда, а нет? Может, запуталась. Знаешь, как бывает. Так собираешь доказательную базу. И вроде все правильно выстраивается. А нет. Версия может оказаться ложной. Как только подключаешься эмоционально к человеку, все пропало. Ну, прям как я. Пока. Подожди.
Андрей, нужна срочно машина. Ты далеко уехал? Нет, я в ванной. Сейчас буду. Ты где? У дома Буякиных. Возможно, Горынчу потребуется госпитализация. Галь, ну я же просил... Ты же сам сказал температуру сбить. Ладно. Глеб. Печень увеличена. Селезенка. Ребята, ребята, скорее. Ребят, Зорька телится. На круп давите ей сильнее. Теленок вниз копытами пошел. Игорек, миленький, миленький, ты с нами? Ты здесь, ты меня слышишь, Игорек? Не слышит, он бредит. Тихо, тихо. Серега, где мы? Оклемался? В больницу тебя везем. Меня? Зачем? Сейчас просольчику. Башка гудит, перебрал я. Видно вчера. Поворачивай назад. Ну уж нет, не дождешься. Ты нас и так до смерти напугал. Серега, чего он такое несет? Поехали домой, говорю. В какую еще больничку? В инфекционную. Да вы что, с ума сошли оба? Тормози, говорю! Да ты что, сдурел, Горыныч? Ну все. Приехали. Итак, дорога дрянь, ты еще под руку лезешь. Сиди тихо и даже не дергайся, иначе я все Галине расскажу и пожалуюсь. Давай, доктор, покажи, что можешь. Давай, милая, давай! Нам в больницу очень надо, давай, милая! Кто там? Это я, Надя. Наденька, проходи скорее. Проходи, что случилось? Ничего. Можно я у вас поживу? А ты говоришь, ничего не случилось. Ну, вы же сами все знаете. Мама с папой в городе жить собрались. А я решила, что у вас поживу, пока они на заработках будут. Так. Ну, во-первых, такие вопросы нужно всем вместе решать. Давай я сейчас позвоню твоей маме, скажу, что ты у меня переночуешь, хорошо? А ты проходи в комнату, есть будешь? Угу. Мне есть сырники. Давай. Аня! Надя не у тебя? А то она ушла, ничего мне не сказала. Да, привет. Слушай, Надя пришла ко мне, хочет у меня остаться на ночь. Ты не против? Дай ей трубочку, пожалуйста. Она сейчас просто руки моет. Давай мы поужинаем и тебе перезвоним, хорошо? Хорошо. Я не давал своего согласия. Мужики, заберите меня отсюда, Христом Богом прошу. Вот и будь мужиком, Горыныч!
Ты же инвалидом остаться не хочешь? Вот и правильно. Лабораторную диагностику пройдешь и отпустят. Почему мы вперед ногами везем? Согласен? Я припомню тебе это, Иванов. И тебе зацепа тоже. Вы еще им обоим спасибо скажете. Бог с его. Передайте моей любезной супруге, что у нас произошла небольшая оказия. Я полагаю, это ненадолго, суток на трое, не более. Ежели мне вовсе не судьба будет ее повидать, пусть знает, что я был, есть и буду всей душой преданной ей навсегда и единственной только ей. Галине, позвонишь? Угу. Ласточка, что ж с тобой сегодня такое, а? Может, нечисть какая дорогу перебежала? Ты про Евдокию? Нет, я пошутил. Зря. Она, между прочим, на нас с тобой доносы пишет. Что, серьезно, что ли? Серьезнее некуда. В Минздрав, в прокуратуру. О том, что ты занимаешься незаконной медицинской деятельностью, а я тебя покрываю. Слава богу, у меня везде свои люди есть. Мы с тобой прямо банда, да? Но факт остается фактом. Мы теперь с тобой в одной лодке. Не враги и не друзья. Если ты про Анну, то я отступать не собираюсь. Ты смотри, это я с виду такой добрый и ласковый. Ты сейчас мне угрожаешь, да? Да нет, конечно. Довожу до сведения, уважаемый Сергей Сергеевич, что Анна Михайловна для меня очень сильно значима. И я ее люблю. И тоже отступать не намерен. Хирургус менте приус, это кулисамет. Куам армата ману. Хирурги в первую очередь действуют умом и глазами. И только потом скальпелем. Домой пешком пойдешь, хирург. Что это ты там с таким аппетитом поедаешь? Ну-ка, может, мне кусочек завесишь? Здрасте, баба Кать. Не, вам такого не надо. Вот, вот, лучше сыр возьмите. Как он же с плесенью? Глянь, посмотри, он же совсем испорченный. Да, я думал, так и надо. Не тот калинкор. Ага, сейчас. Хлебушка-то хоть свежего завезли? Нет. Ой, гляжу, у Светки-то все в упадок пришло. Ой, как при Горпачу. Ну какой упадок-то, баб Кать? Вы при Горбачу у меня полки пустые грызли. Так, теперь с тобой. Ну и что ты здесь устроил? Ну это ж не упадок, это ж бардак. Полный кавардак. Ну, а где товар вот? Куда Василий-то смотрел? Ну вот Василий не заезжал. Так, тряпки, швабры взяли оба. И шустро мне тут. Устроили тут. Пойдем, Шур. Так. Ну, Василий. Где швабры? Ну, ничего ж тебе доверить-то нельзя, а? Ой, Господи. Ну. Солнышко мое, где ж тебя по ночам носит? Ты чаем запивай. А
А мы с Шуркой шалаш сейчас строим. Mm. Большой такой урки. Интересно. Угу. На зиму хотим утеплить. Будет у нас такое свое убежище. Мы тоже когда-то шалаш строили у реки. Да? Ты мне ничего не говорила. Да. Что такое? Что такое? Так, давай. Посмотри наверх и... Давай. Сейчас. Так. Легче. Смогла дышать? Я дышу. Слава богу. Обошлось. Уродни. Я сучу. Баба Шур дала. От Ефимыча покойного осталось. А ты куда это собрался? На работу. Сын, ну тебе же еще нельзя. Можно. Доктор Иванов сказал, что... Я знаю, что Сергей сказал. Я на машине. А ты куда собрался? В центр? Мам, не, ну тут, по поселку. А, ну, возьми палку. Я с палкой точно за руль не сяду. Васенька. Спасибо. Теперь точно будет как старый дед. А что? Твой дед Семен, между прочим, с тростью ходил. Знаешь, какая у него трость была? Знаю, со скрытым клинком внутри. На. 100 раз это слышал, как он всех хулиганов по округе гонял. Mm. Кстати, надо будет ее на чердаке поискать. А? О. Вася! Ну-ка, ну-ка! В этом и заключается разница, дорогие товарищи. Землю вашу я беру не во владение, а в пользование. То есть доход я буду класть не к себе в карман, а мы будем его распределять в равных долях между акционерами. То есть между вами. М? Мутный он. Дай мне бумаги посмотреть. Как-никак я в этом понимаю больше, чем ты. Столько лет в колхозе работала, бухгалтерию вела. Да вы сами подумайте. Ну сколько наша земля-матушка будет еще бурьяном зарастать? Я просто уверен, что в глубине души вы, так же, как и я, хотите, чтобы она, как в былые времена, давала нам урожай, давала пользу, доход. И вот именно поэтому я создал фонд, организовал единое централизованное фермерское экодвижение, чтобы нам всем не только хотелось, ну и моглось. Понятно? Есть у вас какие-то еще вопросы ко мне, нет? Хотелось бы еще раз ознакомиться со всеми документами. Хорошо. Тогда сделаем небольшой перерыв. Устала. Я тебе стиральную машину куплю, чтобы ты никогда больше ничего своими руками не стирала, тем более мои вещи. М? Договорились? Стиралку и посудомойку. За чудо ты мое. Женщина тебе нужна, а не посудомойка. Мам. Мам. Боль слабая, ритмичная, сердце бьется с перебоями. Это плохой признак. Что поделать? Возраст. Нет, это не возраст, это твое нежелание лечиться. Дмитрий Каренович? Иванов, ты что ли? Да, я. Здравствуй, дорогой, спасибо, что узнал. Мне Шувалов передал, что тебе нужна квота на замену клапана. А нам не с мне мамы свои пришли.
Нет у меня анамнеза. Так получилось долго объяснять. Понял. Привози на обследование тогда. Мы ее положим, а там посмотрим. Когда? Завтра. У меня в отделении есть место свободное. Хорошо. Завтра будем. Спасибо тебе, дорогой. Мам, завтра мы едем в Москву, пройдем обследование. И? Если показания здоровья позволяют, надо воспользоваться этим шансом. Что, трудные времена настали? С Котомахиным пообщался. Молодца. Договорился? Нет. Ладно, не переживай. Я тут узнал, что у него документов на землю нет. Так что будет выпендриваться, останется без земли. И я думал, у нас так дела не ведутся. У нас вот так дела ведутся. На. Договаривались. И вот еще, раз пострадал за общее дело. Свои своих не кидают. Но будешь много думать, я в твоих услугах перестану нуждаться, понял? Я вижу, не понял. Тогда так. Если деньги вовремя не отдашь, твоя техника станет моей собственностью, плюс процент. Условия кредитования поменялись, понял? Да. Свободен. Ну что, ребятушки, перерыв окончен. Привет. Держи. Вот. Спасибо. Угу. Вообще отдам. Не сразу, частями. Но я отдам. Ты что такой? Случилось что? За денег, да, Вась? Я верну. Нет. Не надо ничего возвращать. Спрячь. Правда. Я пойду. Вась, что с ногой? Да, так, ерунда. Мелочи жизни. Ты за меня? Ты за денег? Нет, не за тебя. Ты в историю в какую-то, блин? Из-за этих чертовых денег? Вась, ну скажи мне! Не надо мне жалеть только, пожалуйста. Все нормально. Васечка. Так все не просто между нами. Чего ты усложняешь? Мне тебя не хватает. У меня дома квартак, а я сделать с этим ничего не могу. Я больше не буду вмешиваться в вашу семью. Прости.
Вась, что это значит? Василий! Черт! Ну, ладно. Так, значит, так. Что бросил тебя твой хахаль? Денег дал. И что? Я что, должен теперь молиться на него? Ой, привет. Привет. Уделишь 5 минут? Спасибо. Андрей, ты в своем уме? Абсолютно. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Прошу принять и подумать над моим предложением. Только сейчас, пожалуйста, ничего не отвечай. Ой, вы что, женитесь? Ну, нет, мы репетируем. Надь, подожди меня, я сейчас приду. Прости, не знал, что ты не одна. Смешно получилось. Угу. Ты бы видел свое лицо. Ты свое. Забери, пожалуйста, я пока не готова к таким решениям. Хорошо. Но мне нравится твое слово «пока». Я подожду. Чего? Финального прогона? Ну, может быть, эпилога? Они жили долго и счастливо. Ну, конфеты хоть оставь. Хорошо. Ань, прошу, не лишай меня надежды. Я только этим живу. Я не хочу давать тебе надежду, Андрей. Знай, что я всегда буду рядом. Ты можешь на меня рассчитывать. Настя, я же просила. Взорвал свои секреты, да? На, держи, сладкоежка. Моя любимая. Я тоже хочу, чтобы за мной так кто-нибудь ухаживал. Вот это еще не так. Здравия желаю. День добрый. Чему обязан? Да я тут так по своим делам мотаюсь. Думаю, заеду к вам, узнаю, как вы, как ваш доктор поживает. Извините, не знаю, как фамилия. Моя? Да доктора вашего. Ваша-то мне известна фамилия. Иванов его фамилия. Сергей Иванов. Ну, хорошо. Буду знать, кого благодарить за оказанную помощь. Какой смелый доктор. Да, он еще тот у нас. Слушайте, я бы хотел обсудить случившееся ДТП.
Пойдемте в мой кабинет, обсудим. С удовольствием. А то на улице как-то зябко. Если замгубернатора что-нибудь случится, мне же срок грозит. Условно, конечно. С моими-то связями. Да и следователь у меня вот здесь. Просто не хотелось бы вокруг этого дела шумихи. Поэтому предлагаю решить вопрос взаимовыгодно. Мы же с вами понимаем, что доктор Иванов, да, самовольно произвел хирургическую операцию Радищева, тем самым поставив его жизнь под угрозу. А это уголовная ответственность. Сроком от 5 лет, да? Это взятка? Ты что? Ну, какая взятка? Это просто первый благотворительный взнос от нашего фонда на восстановление вашего сельского клуба. И вообще, мне бы хотелось, чтобы все вот эти вот бумажки, в том числе экспертиза, подтверждающая, что я был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, чтобы исчезли. А вот эти появились. Вы меня не за того принимаете. Да вы что? Угу. А мне казалось всегда, что я людей насквозь вижу. Но вы меня извините. Исправлюсь. Заберите. Это мои извинения. За то, что я в вас так ошибся. И вообще, мне бы хотелось многое в этом поселке изменить, если общее дело пойдет. Так что это только аванс. Поэтому предлагаю вам более серьезно отнестись к оформлению документов. Кстати, вы не могли бы подсказать, где дом Крутовых находится? А вам зачем? Да на чай пригласили. Не хотели бы со мной прогуляться? Нет, спасибо. У меня на вечер другие планы. Ладно. До свидания.
Охренел, что ли? Ты на кого руку поднял? Я тебя, скотина, за дочь собственными руками задушу. Фу! Ты не на того нарвался, пьянь конченая. Ну-ка, отошел от него. Выход видишь? Проваливай. Ты чего, деточка? Ты в тюрьму, что ли, захотела? А? Что-то не понял? Понял. Все понял. Семейка идиотов. Вы у меня еще попляшете. Мы пришли? Чего-то нас никто не встречает. Мам! Пап! Пап! Что случилось? Вас напали? Да, Надюша. Так это ты стрелял? Мы когда шли, выстрелы слышали. Это мама. Она у нас такая храбрая. Всех грабителей распугала. Понятно. Мам, я дома. Стараешься, Даник, стараешься. Ну, а тебе? А тебе хоть одна тварь подумала? Хоть разок подумала, тварь! Ну что? Что вы там смотрите? Вы же учили, что за все надо бороться. А? За счастье, за друзей, за любовь. Вот про любовь у меня особенный вопрос. Есть ли у меня хоть один шанс? Ну, хоть маленький. Ну, чего вы молчите? Анна Михайловна. У тебя было не заперто. А я тебе так скажу. Мне в этой деревне бояться некого. Я тогда лучше потом зайду. Да не, проходи. Не стесняйся. Проходи, садись. Андрей, ты должен взять под защиту семью Крутовых. Да? А с чего это? Надя, моя дочь, которую я родила от Вересова.
Поговорил со Сташком, завтра машина будет. Мам. Мама. Мам. Нет, нет, нет. Да. Умер? Когда? Понял, спасибо. Сергей. Мои соболезнования.
Я понимаю, сейчас не очень подходящее время. Но дело серьезное. Радищев умер. По факту смерти возбуждено уголовное дело. Разбирательство начнутся, сам понимаешь. Замгубернатора. Сегодня-завтра проверку жди. Меня дергать начнут, про тебя спрашивать. В общем, уехать тебе надо. Слышишь? Андрей, сейчас не самое подходящее время для разговоров. Думаешь, я не понимаю? Я ж как лучше хотел. Для людей, для тебя, для всех старался, чтобы собственный доктор был. Втянул тебя в это дело. А сейчас говорю, уезжай. И чем быстрее, тем лучше. Ты Радищеву операцию делал. Этот факт рано или поздно всплывет. Тебе новый срок впаяют. Все вопросы мы сами здесь решим. Ты меня слышишь? Ты что, я тут перед тобой распыляюсь? Взрослый мальчик. Сам решай. Наверное, Андрей прав, тебе сейчас лучше уехать хотя бы ненадолго. Пап, ты себя хорошо чувствуешь? Голова не болит? Не болит. Все в порядке. Все нормально. Ты гулять хочешь? Угу. Мам, можно? Нет. Ну, мам, мне надолго. Нет. Мы под арестом? Это все из-за того мужика-грабителя? Нет. Вот кашель твой пройдет, пожалуйста, иди гуляй на все четыре стороны. Мне кажется, мой кашель тут ни при чем. Вы боитесь, поэтому мы едем в город. Вы же все решили, да? Ксюша. Ну, мы же на кладбище не ходили. Надо сходить. Помянуть Степановну. Тебе лишь бы помянуть. Обещаешь, пить не будешь? Сходим. Конечно, сходим. Что, я сухой, что ли, какой? Конечно, надо, ведь можешь помянуть.
Лёжа. Не хотела беспокоить, да. Тут письмо вот из Москвы. Печать Московского городского суда. Я подумала, может, что-то важное. Спасибо. Ну, что спасибо-то? Открыть надо. А то положишь куда-то, да забудешь. Или потеряется. Знаешь, у меня как было так. Сейчас дай-ка я открою, а ты почитаешь. Ну-ка, читай. Давай-давай. Что пишут-то? Суд принял к рассмотрению мое заявление о пересмотре приговора в отношении запрета на медицинскую деятельность. Назначено слушание. Радость-то какая, Сереж. Это же ведь как начало большого дела какого, а? Только тебе надо хорошенько подготовиться. Я верю в тебя, Сереж. Ты суд выиграешь. Вернешься к нам и будешь доктором нашим официальным. Не буду ничего обещать, тетя Валя, подумаю. Ну, конечно же, не все от тебя зависит. Сереж, ну ты нам очень нужен. Если тебе что надо, то ты к нам обращайся. На кого-то. Не потеряй. Вы ведь знали о запрете на медицинскую деятельность Иванова? Да, знал. Знали. Сделали его фельдшером, вызвали его на оказание помощи потерпевшим при ДТП, доверили ему жизни людей. Иванов специалист. У нас таких нет. Значит, теперь у вас доктор, осужденный за ошибку врачебную, повлекшую смерть пациента, людей лечит? Ключевое слово «лечит», Владимир Николаевич. За пределами вашего участка, Андрей Витальевич, ключевое слово «противозаконно». А он занимался медицинской деятельностью с вашего ведома. Иванов у меня по делу смерти Радищева проходит. Вам это известно? Жду от вас все материалы по ДТП и по Иванову. Нет, спасибо, мне не туда. А мне, наверное, следует к вам напрямую обратиться. Вы по делу Иванова приехали? Да. У нас в поселке такой беспредел творится. Я очень рада, что власти наконец-то должным образом отреагировали на мое заявление. На какое заявление? О преступной деятельности группы лиц. Давайте отойдем отсюда в сторонку. Я вам сейчас все расскажу. Мне про всех все известно. Я так за ними давно наблюдаю. Угу. Вот за это и поплатилась. Я вижу, оклемался. Вашими молитвами. Вот, приехал.
Марьяной поговорить. И с сыном повидаться. Тебя не ждали и не звали. Уезжай, Василий. Уезжай. Я тебя в дом не пущу. Да, сразу иди. Бери свое ружье и стреляй. Я никуда не уеду. С подарочками приехал, папаша. Думаешь, подарками все решить? Нет, не подарками. Хочу принять участие в воспитании своего сына. И да, в том числе финансово, помогать своей семье. Даже если ты против. Ну, как ты заговорил. А я ведь тебя насквозь вижу. Ты плевать хотел на них, на их чувства. Ты даже их не знаешь. А зато я вижу, в каких условиях они живут. Забрал у них все, отдать ничего не можешь. Ну, мы люди не гордые. Зато я Никиту как человека воспитываю. Я не знаю, кем ты себя возомнил, но жизни для ребенка в твоем захолустье нет. Отойди, по-хорошему прошу. Ничего плохого я ни Марьяне, ни мальчику не скажу. И уж тем более никакого вреда не причиню. Клянусь. Я говорил тебе в мозги не лезть. Я не лез. Все проги слетели из пиратской винды. А в свойствах программ посмотреть слабо было, а? Слабо? Да ты все время рядом стоял, а теперь умничаешь. Ладно, не дрейф. Сейчас новые закачаем. Закачаем. С нашей скоростью интернета. Установочный диск нужен. Погодите, мне какой-то диск на дне коробки попадался. Всем привет. Анна, можно вас на минуточку? А, оно? Да он тут не один. Дай посмотреть. Ну что, скажи, что я молодец, Шур. Ира начала проверить надо, но ты все равно молодец. Я уезжаю. По моему делу назначили слушание. Я пересмотрю решение суда. Пока я бесправный и нелегальный, я, к сожалению, ничем не могу тебе помочь. Ты можешь приехать со мной. Куда? В Москву? Хотя бы на время. Надю возьмем с собой. Это нереально. Надя не поедет, а значит, и я. Я могу поговорить с Николаем и Ксенией. Надо хотя бы попробовать. Нет, не надо. Ты только все усложнишь. Ты вернешься. А ты хочешь, чтобы я вернулся? Честно, я не знаю.
тебя все будет хорошо. Ладно, я пойду. У меня скоро занятие начнется. Теперь тебя дети учат, а не ты их. Да, как-то так. У нас авария, но пассажиры не пострадали, значит, все хорошо. Один ранен, а деда будет его лечить. А ты? Я водитель паровоза. Значит, ты машинист. Ты тоже машинист? Нет, я водитель машины. Я тогда тоже водителем буду. А, хорошо, это можно. Я тебя научу. Мам, можно? Он вообще на машине хоть раз ездил? Ну, значит, прокатим. Здесь недалеко, по округе. Можно? Ну, запускай. Давай, вот здесь. Вот этого нет, вот она. Ага. Я просто как думал, если у человека призвание от Бога лечить и спасать людей, он просто обязан этим заниматься. Возможно, я излишне в него поверил. Радищев умер не из-за операции, которую ему делал Иванов. У Радищева действительно был врожденный порок сердца. И умер он от ишемического инсульта. А я просто делаю свою работу. Много чего интересного нашел на вашего доктора Иванова. Но сейчас, прежде всего, меня интересует ДТП. Уехал? Привет. Дай, думаю, загляну, тебя проведаю. Как ты тут? Отлично выглядишь. Там на мосту не разглядел. Совсем не изменилось. Только замученная немного. Но это можно поправить. Можем мы с тобой поговорить, как взрослые люди? Решимся взаимовыгодно по-любому. Ну, чего ты от меня бегаешь? Посмотри, совсем не страшно. Даже наоборот. Что тебе от меня нужно? Так уже лучше. Умница. А нужно мне от тебя самую малость.
чтобы ты не препятствовала лучшей жизни для нашей дочери. Где ты раньше был? Благотворитель. Дай-ка я тебе напомню. Ты от нее отказался. Да, знаю. Прошу прощения и каюсь, и сам не могу себя простить, но... Ну, дай мне шанс все исправить. Я тебя прошу. Поздно. У нас с тобой больше нет нашей дочери. У нее другие родители, которые ее любят и которых любит она. Понял? Это не аргумент. Она же лучше жизни не знает. Но мы-то видим, в каких условиях она растет. Что с ней будет дальше с таким приемным отцом, алкашом-самогонщиком? Справки уже навел, да. Анют, ну какие справки? Там же просто по лицу видно, что он алкаш-алкашом. Не смей о нем так говорить. Боже, какие мы нежные. А что будет с тобой в этой деревне? Только я могу вам помочь. И тебе, и ей. Подумай. Подкупить меня хочешь? Можно и так сказать. Дорого, щедро. Раскошелюсь, не пожалею. И ты не пожалеешь. Хочешь, чтобы я продала тебе дочь? Совсем рехнулся. Какие мы гордые. А что ты с этой своей гордостью будешь потом делать в этой дыре? Будешь смотреть и видеть, как твоя дочь становится полной неудачницей, такой же, как и ты, смотреть и спиваться? Пошел ты. Подумай хорошенько. Посмотри правде в глаза. Дура. Надюшка, может, ты дома останешься? Нет. Нет, нет, нормально все. Иди, я с ней посижу. Нет, я же говорю, нормально все. Все, прошу, я с вами. Все, блин, надоело уже дома сидеть. Пойдем. Ладно. Хорошо, сходим. Но если вдруг ты почувствуешь себя плохо, ты сразу говоришь. И мы возвращаемся домой. Хорошо. Уговор? Хорошо. Хорошо бы, конечно, чтобы доктор Иванов ее посмотрел. Да. Послушно. Степановна это место любила. И хоть погода не располагает, а все же решили собраться тут. А ты переживал, что никого не будет. Посмотри, сколько народу пришло. Да я не за это переживал. А что? Сереги нет. Да придет он, вот увидишь. Галь, а что это за личность такая? Где? Ну, он рядом с участковым стоит. Да тихо ты, не смотри, да он прям на нас смотрит. Это следователь из центра. По делу Иванову приехал. По какому делу? Ты что мелешь-то такое? Кстати, а где Иванов-то? Я ему звонил, звонил, не отвечает. Ань! Он в Москву уехал. Как в Москву? Ты что, даже со мной не попрощался? У него суд по пересмотру запрета на медицинскую деятельность. Вот так вот взял и уехал, ничего не сказав? Не, я не верю в это, ну. Он-то что тут делает, а? Ну что? Сбежал ваш доктор от ответственности, да? Послушайте, я не знаю, откуда вы такой деловой у нас тут появились, но у нас так дела не делаются. Прошу прощения, давайте все проясним. Я же слов на ветер тоже не бросаю. Вот познакомьтесь. Это Владимир Николаевич Артюхин, следователь. Приехал специально по делу Иванова, ведет расследование.
Да, Владимир Николаевич? А все дело в том, что Сергей Иванов незаконно занимался врачебной практикой. И за это он, как честный гражданин, должен ответить перед судом. И вот суд уже решит, что с ним делать. И возможно, что именно из-за Иванова умер человек, и не просто человек, а замгубернатор области. Ой, что ты говоришь такое? Да кто не говорит такое? Так, успокойтесь все, тихо. Не для этого мы сегодня собрались. Правильно, Петр, говоришь. Мы здесь не для этого сегодня собрались. Да. Сережа. Ой, я говорила. Доброго всем вечера. Доброго. Серега, а сказали, что ты уехал. Сережа. Это мне. Зашел попрощаться с вами. Спасибо за доверие и за мать. Что собрались помянуть. Я б не смог. Да ладно, Серега, мы все понимаем. Еще сказали, что ты сбежал. Я никуда не сбежал и готов за все держать ответ. Простите нас, пожалуйста, мы, наверное, пойдем. Надо это, стакан воды. Не очень хорошо себя чувствует. Опять. Налейте кто-нибудь. Наши соболезнования. Тихо, тихо, тихо. Ой, Надя. Елки-палки. Надя. Нужно срочно в фельдшерский пункт. Подожди, я скорую вызову. Что такое? Что здесь? Алло, скорую, примите срочный вызов. Крутова Надежда Николаевна. Сергей, подожди! Не, ну с этим беспределом надо кончать. Ну, сами видите. Ясно, все понятно. Пошли, Галка, фельдшерский пункт. Надо девочку спасать. Пока они тут будут с вами заниматься. Где мои инструменты? Так, кому надо зайти? Проводите меня в фельдшерский пункт. Да, сейчас, одну минуту. Я не так хорошо знал Марию Степановну, как вы. Все здесь присутствующие. Ну, одно знаю точно. Она была хороший человек, женщина. Давайте помянем. Шел бы ты отсюда. Тогда разрешите откланяться. Они нашего доктора хотят посадить, а мы что, так и будем сидеть? Ну все, хватит. Встречаемся у фельдшерского пункта. Петр, захвати документы. Правильно. Пойдем. Давайте. Пойдем. Сейчас, Серега. Сейчас помогу, подожди. Что, опять заклинило? Серега, сейчас, подожди. Серега, давай! Помогай.
дверь закройте. Наденька. Ой. Доченька. Солнышко мое. Что с ней, Сереж? Так, тихо, успокойтесь. Табуретку дай. Дыхание афорическое. Не прослушиваются нижние дыхательные пути. Она у нас простыла. Все симптомы за последние 3 дня. Она подкашливала, но не сильно. Температуры не было, насморка не было. А потом вот эта вот одышка появилась, и сегодня утром такой же приступ был. Но не откашливается, верно? Нет. Инородный предмет в верхних дыхательных путях. О, Боже. Она вишневой косточкой подавилась, когда у меня была. Что ж ты не сказала ты ничего раньше, Ань? Тихо! Эй, ну ты чего? Мы сейчас вытащим косточку, а? Ой, не успеет. Нужно делать операцию срочно. Вон закись азота. Нет. Эфир. Марля. Полотенце, спирт. Физраствор. Шкафон. Под столом черный чемодан. Там бронхоскоп. Промыть физраствором. Так. Давайте. Давайте ее посадим. Свет. Девочка. Ага. Моя хорошая. Ты моя хорошая. Давай. Ну, ничего не бойся. Смотри на меня. Все хорошо. М? Сейчас сделаешь 2 глубоких вдоха. Носиком. Ладно, так. Давай. И. А? Откройте, не вынуждайте меня дверь ломать. Я разберусь. Нет, ты нужен мне здесь. А, спирт, полотенце. Давай, держи, держи. Держи, подожди. Иванов, не усугубляй ты ситуацию. Рискуешь жизнью ребенка. Зацепа, я знаю, что вы там. Давай, 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 давай. Все, держи крепко. Голову, руки. Все фиксируем. Чтобы она не дернулась. М? Давай. Не дай бог, она вернется. Я вам за что деньги плачу? Может, поможете, товарищ капитан? Ну, где же? Ну, как? Отойди! Отойди! Тихо, 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 мужики, тихо. Ну что, Игорь Иванович, помощь нужна? Не помешает, Петр Петрович. Ордер есть? Или постановление суда? Петр Петрович Осташков, глава поселка. Что у нас за ЧП здесь? Пожар, наводнение, а? У вас тут незаконное оказание медицинской помощи. Тем более ребенку, маленькой девочке. Петр Петрович, вы же здравомыслящий человек, вы не понимаете, что это подсудное дело. Опомнитесь. Владимир Николаевич, я вообще не знаю, она жива там или нет. Скорая будет через 40 минут. Пока она едет, Иванов сделает все возможное. Не даст ребенку умереть. Что значит не даст умереть? Вы уверены в адекватности этого своего доктора? Отсидевший, травмированный. Мать сегодня похоронила. В общем так, если он сейчас добровольно не откроет, я буду ломать дверь. Ну, конечно, да. Что? Да сломаем. Успокойтесь. Операция прошла успешно. Ой. Надя жива, в себя приходит. Все. Я же говорил, все нормально. Куда ты? Родные мои. Надюша.
У меня руки до сих пор трясутся. Спасибо тебе. Даже не знаю, что еще сказать. Я тоже не знаю. Надя молодец. Справилась. На память от меня. Сделаешь потом Наде бусинки или браслетик. Вы ее из горла достали? Из легких. Ого. Угу. Что дальше? Не знаю. Пойдем. Можно побыть одним. Сергей, погоди. Ты... Ты наш ангел-хранитель, который раз спасаешь. Знай, я для тебя все, что ты хочешь, сделаю. Семья — это главное. Береги ее. Я свое дело сделал. Теперь готов ответить по закону. Погоди. Владимир Николаевич, здесь все материалы по ДТП. Возможно, это не совсем то, что вы ожидали увидеть, и совсем не то, чего ждет господин Вересов. Здесь заключение экспертизы, которое доказывает, что Вересов во время ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ага. А также факты, подтверждающие, что он не справился с управлением, и его машина вылетела на встречную полосу. И заключение врача, и еще. Здесь находится флешка с видеозаписью из моего кабинета, на которой Игорь Иванович предлагает мне взятку за фальсификацию и скрытие материалов этого дела. Купюры с его отпечатками прилагаются. Кстати, во время разговора он сказал, что следователь, то есть вы, у него в кармане. У меня все. Я думала, что вы компетентный человек. Игорь Иванович, вот протокол общего собрания жителей нашего поселка. Какой еще протокол, Петр Петрович? Не будет у нас с тобой никакого акционерного общества. Договор расторгнут. Вы не имеете права. Имеем. Я проверила уставные документы и договоры. Мы не подписывались отдавать вам свою землю в полную собственность, да еще с правом перепродажи. Вы что думаете, я хочу вашу землю продать? Конечно. Думаем. А я еще добавлю. Вересов занимался мошеннической деятельностью. Я тоже собрал информацию. И свидетели есть, и факты. Какие факты, какие свидетели? Это блеф и провокация. Вы не на того нарвались. Да жулик ты! О! Что он делает? А с вами мы еще поговорим. Вот если ты еще раз к нам сунешься, тебя, может быть, уже и не найдут никогда. Ну, будем считать, что последних слов я не слышал. Гражданин следователь, я думаю, что у вас там есть чем заняться в вашем центре. А мы с своим доктором сами разберемся. Да, мы своего доктора не отдадим. Не отдам. Правильно говорю? Сереженька. Вот так вот. Сереженька. Тоже мне. Да.
Всего доброго. Как еще дорога? Пойдемте помянем Марию Степановну. Да, пожалуйста. Пусть не серчает на нас. Да, правильно, Галь. Пойдемте. Пойдемте. Да, вот это правильно. С тобой мы справимся.